Здравствуйте, вы на канале Таня Унака. Смотрим старенькую посуду. Тарелочка Краснодар, деколь, грибочки, хайта, деколь. Старенькая посуда у нас в отделении досталась по наследству от коллег. Еще тарелочка. Тоже Краснодар. 90-е годы. А это очень старенькая стеклянная емкость. Она без клейма. Ей более 30 лет. Есть еще и старые советские ложки. Столовые по 50 копеек, 55. Самые разные. Современные намного хуже качества. Эти, конечно, прекрасные. Работали авторы какие-то. Все ложки с клеймом и с ценой. Чайные в пределах 30 копеек. А столовые 50-55 копеек. Везде есть клеймо. Нашли сахарницу. Чудово. Клеймо до 91 года. Возможно, 70-е, 80-е годы. Чья она, мы не знаем. Кто-то принес. Она в прекрасном состоянии. Непонятно, крышка родная или нет, но подходит идеально. Красиво делали, конечно. Чайная советская ложечка, столовая. Вилка очень красивая. Еще одна емкость. Я эту емкость помню. Она была с крышкой. Крышка, к сожалению, утрачена, да и емкость не в лучшем качестве. Вазочка тоже старенькая, мы ею пользуемся. Всем пока! Мы с вами обязательно увидимся. Пока-пока-пока!